Если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Поверьте, после того, как вы избавитесь от души, все вокруг станет гораздо более понятным. Мы представляем душу светлой, а они в основном темные. Заглянуть себе в душу? О, нет, я не хочу туда смотреть. Этой душе нужно гораздо больше жизни, чем я могу ей дать. Каково это? Жить с чужой душой? Это смерть. Я умер внутри. Да к тому же русской. Если вдруг вас заинтересует русская душа, проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова. Узнайте в фильме «Замерзшие души» с 9 мая в 20:45. Премьера на Еврокино.